Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги полугодовых продаж новых автомобилей в России. С начала года из автосалонов выехало 870 749 легковых и легких коммерческих машин. Это на треть больше, чем в коронавирусном 2020 году, и на 5% лучше, чем в 2019. А поскольку результаты первого полугодия превзошли ожидания, комитет скорректировал свой прогноз по году в целом. Теперь аналитики предполагают, что за весь нынешний год дилеры реализуют без четверти 2 миллиона машин, что сопоставимо с результатом допандемийного 2019-го. А еще на онлайн-конференции мы узнали результаты любопытного анализа, который по заказу АЕБ провел Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Аналитики изучили автомобильную отрасль с 2010 по 2019 год и узнали, что за 10 лет автопроизводители, импортеры и дилеры инвестировали в российскую экономику почти 1,5 триллиона рублей. Сумма более чем впечатляющая, и она составляет более 1% всех совокупных инвестиций в экономику Российской Федерации за этот период. Более триллиона обеспечено в том числе инвестициями производителей, но инвестиции импортеров и дилеров тоже весьма значительные, составляя 112 и 280 миллиардов рублей соответственно. Интересно также, что автоиндустрия ежегодно дает 1,1% российского ВВП. Это четвертое место из 24 отраслей обрабатывающей промышленности. Она же обеспечивает 6,7% налогов, если учитывать эффекты в смежных областях. А это тоже четвертое место среди всех индустрий. Только прямых налогов за этот период было перечислено, уплачено почти 2,6 триллиона рублей. И это 1,8% всех налогов Российской Федерации. Кроме того, сегодня на автопромышленность приходится более 5% всех рабочих мест и 5,5% общего фонда заработной платы. За 10 лет объем автокредитования составил 930 миллиардов рублей, а лизинга – 266 миллиардов. В кредит покупался каждый второй новый автомобиль, а в лизинг – каждый десятый. Посчитали аналитики и уровень локализации на российских автозаводах. С 2012 года он вырос почти в два раза и сейчас равняется 45,3%.